скажу, что я рада тебя видеть, потому что 4 дня назад-то я не пришла к тебе. Не пришла? Я не пришла к тебе. А мне казалось, что ты была. Твой фантом какой-то там мерещил. Видишь, ты даже на расстоянии меня ощущаешь. Конечно. А я-то сидела дома и радовалась. Уже, знаешь, так ручки себе этот потирала в надежде, что ах, сейчас как все узнаю. Вы подтвердили свои отношения. Давай сразу с козырей. Как ты решилась? Ты же... Тебе же это все не свойственно. Или мне так казалось? Что, отношения? Не отношения, а вот так вот огласку. Огласку, понимаешь? Всем говорит, да, мы вместе, вот мы счастливы, и на свидания даже ходим. Да нет, конечно, это же не с целью показать нашу love story. Просто, ну, когда живешь жизнь с человеком, сложно там что-то не выложить, что-то не снять. Если есть какой-то, ну, красивый момент, я обязательно что-то сфотографирую. Поэтому в этом смысле хотелось уже всем рассказать, чтобы не было какой-то тайны, знаешь, чтобы не было вот этого вот интриги, потому что я не любитель их плести. Как бы есть отношения, есть, ну, и все. Но все-таки был какой-то страх, ведь какой-то период времени вы все равно это официально как-то глазки не подтверждали. Ну да, я не хотела сразу вот так вот из огня да в полымя, как говорится. Потому что люди, ну, такие очень злые в интернете, знаешь. Они видят только ту часть, которую ты им показываешь, в общем, все свои переживания, допустим, свои слезы, страдания. Я же не выкладываю все эти. Им кажется, что я просто все время веселюсь с разными людьми. Но какой-то период я вообще, ну, была практически не на связи. Это было лето 2023 года. Вот. И после мне хотелось чуть-чуть, ну, вот как-то... как прикипеть к человеку, когда я поняла, что все серьезно, вот мы сделали анонс. То есть все серьезно? Ну, как мне, я так думаю, давайте спросим у Анатолия. То есть все, получается, в ближайшем времени ждем вот это вот совместно наше имущество и троих детей, да, как бы? Ну, это, знаешь, мы пока работаем. Ну, я поняла, с этим вопросом мне к Анатолию, хорошо. Вот ты, все, наконец-то подтвердили, уже выдохнули, да, все смогли успокоиться. Как-то на тебе это душевно отразилось, что ты уже, возможно, больше не переживаешь? Или такая, а вот теперь, когда я и песню об этом напишу? Так я и писала, и пишу, и буду писать, мне кажется. У меня про разные вот этапы в отношениях есть треки. Про расставание, про схождение, про разочарование, очарование. Вот, поэтому я же этим питаюсь вообще. Я как вампир. Как вампир? Да, только такой эмоциональный. А если мы сейчас вспомним все твое музыкальное творчество, то конкретно какой бы, пускай это, возможно, будет старая песня, mm-hmm. ты бы описала то, что сейчас переживаешь ты, то, что происходит сейчас с тобой? Какой бы песней? Блин, это сложный вопрос. В прошлом, оно же мое прошлое описывает. В настоящем песни, которые я сейчас написала, вот они описывают мое настоящее. Наверное, какое-то настоящее. Вот, да? Ну, радио, наверное, не знаю даже. Да, радио вообще супер классно подходит под данный период, этап моей жизни. Знаешь, все-таки много я тусуюсь, как бы вот нашей такой тусовочке рабочей. И все говорят, знаешь, так устала. Вот сейчас как на Бали махну, да как отдохну. Я ни разу не слышала от тебя, первое, чтобы ты устала, а второе, я не могу вспомнить, чтобы ты была в отпуске. Я вот только что вернулась. Ага, где была, расскажи. На Самуи, в Таиланде, как и все. Вот, да классно, мы там, правда, работали тоже, естественно, потому что хиты сами себе не напишут, вот. Ну и немножко отдохнуть успели. А ты еще на концерт моих не была, я там все время говорю, что я устала, ребят. Я прям выхожу, говорю, ребят, ну вот я еще не начала, а уже устала. Давайте вместе как-то создадим настроение, атмосферу. Угу. Да. Ну, раз ты заговорила про концерты, не могу не спросить, что по гастрольному графику на этот год. Все ли запланировано или есть еще такие, знаешь, окошечки, когда можно к тебе так постучать, сказать, моя хорошая, а вот забронируйте мне, пожалуйста. Есть еще свободные даты, так что пишите. Телефон в шапке профиля. Да-да-да. Корпоративы, праздники, юбилеи, дни рождения. Нет, конечно, масштабных концертов у нас тоже достаточно. У нас большие туры весной, осенью. Они пока еще не устаканились по датам. Но у нас уже есть пачка городов, к которым мы точно приедем. Я в этом году, правда, единственное... Постаралась максимально сократить этот список, потому что, ну, я за 2 года, сколько мы ездим, я немножко подустала, как раз-таки, да, вот мы и пришли к этому. А поэтому поедем в города там побольше.
Побольше. Да, побольше. Потому что совсем маленькие города уже совсем, ну, я не вывожу, просто не вывожу эти самолеты, эти поезда. Но с большой радостью приезжаю как бы везде, где меня ждут. Сейчас ты сказала, как будто это новая строчка для твоего будущего хита. Не вывожу эти самолеты, поезда. А кто его знает, как пойдет? Ну и последний вопрос, Петя, отпускала. Мы все-таки сегодня на Европе Плюс, и у тебя здесь сегодня акустический концерт. Ждать ли нам в этом году какого-то огромного от тебя, очень крутого, офигенского, нового, счастливого альбома от Мэри Гу? Счастливого? Конечно. Так, ты что, у меня только что альбом вышел. Можно я передохну? Нет, сам дальше пострадаю. Я думала, ты скажешь. Не, у нас выйдет делюкс-версия Лавкора. То есть это будут абсолютно новые треки. То есть это не будут переработанные те, которые уже есть, как многие подумали. Мы анонсировали сразу же, что будет делюкс. И в делюксе будут вообще другие треки. И они будут... Ну, про любовь, блин, как обычно. Надеюсь, что я хотя бы из всего этого делюкса я найду хотя бы себе один. Устал страдать, хочу быть счастливой, понимаешь? Все может быть. Все может быть. Я желаю тебе сегодня прекрасного выступления. Спасибо большое. Спасибо, дорогая. Поздравляю тебя, поздравляю вас.